Алмазный меч, конечно, просрал, чувак, сори, что твой алмазный меч подвел, но ничего страшного, лучше бы дал кому-нибудь алмазный меч на деф, они все-таки на деф убивают людей, но зато продамажили визор до 400 хп, отлично, пароль скидываю, чувак, какой-то странный, только сейчас пароль спрашивает, это удивительно. Так, желтых плееров, да, на желтых уже насрать, желтые уже сюда не пойдут, желтые уже померли. Так, 26 железа у меня еще есть, отлично, я сейчас скажу себе еще раз броню. Так, вот, ботиночки, то есть, штанишки, шапка. Шапка не скрафтилась, ладно, ботиночки. Ага, все, отлично, теперь нужен меч, для этого нужны палки. Палки, палки, дерево есть в сундуке, я беру половину, никогда не беру сразу же все, потому что думаю, другому может всегда пригодиться, я же знаю. Вот, и делаю себе палки на меч. Сейчас пойдем на синих, нужно синим прорашить тоже. К нам на базе красный бегает. Боже мой, красный бежит по нашей базе, ребята, он просто бежит по нашей базе. В железной броне, можно железную броню у него отработать быстренькому. У него 12 сердечек всего. Все, он застрял, бьем, отлично, 5 сердечек. У него 3 сердца. Так, он лучник. Добил! Собрался у него железку, сейчас отдам железку кому-нибудь. Ребят, пойдемте, отдам железку. К сундукам, к пиратным печкам, куда надо, вот сейчас скину. Тут. Этот меч себе оставлю. Кирку железную команду и все. Так, все, ребятки, давайте собираемся. Уже сейчас пойдем, сейчас уже отправимся, сейчас уже будем выдвигаться. Собираемся по центру и пойдем на синих. Нужно синим тоже продамажить. Хотя можно пойти добить красных. Нет, тогда у нас будет батл с синими, лучше синим тоже продамажить. Так, собираемся по центру. Около нашего центрального забора собираемся. Да, вот вам, ребята, не спрыгивайте, пока ждите, не спрыгивайте. Пока ждем, отрегенимся немножечко. Мне нужно порегениться, похавать мясо. Так, я вот вижу пару человек. Ну все, уже можно отправляться. Думаю, ребят, все, погнали. К центру мы бежим. Там нашего принимают, вон на центре стоит чувак. Боже мой, к нему подбегает сбоку, без одежды, прямо парень какой-то наглый просто. Я ему бью этого парня наглого. И добиваю, отлично, 14 коинсов. Все, бежим, ребята, к ним на базу, бежим к синим. Ой, синих там вообще баррикады жесткие. Ну ничего страшного, они сделаны из булыжника. Какой-то чувак с четырьмя сердцами здесь стоит. Я его убиваю, отлично. Так, блин, как это все сломать? У меня же с собой кирки-то нет, ребят. Давайте. Ой, вернее, кирки. ТНТ поставили, да уже пробился, уже есть внутрь прохода. Отходим, ТНТ сейчас взорвется, ребят, отходите, ТНТ сейчас взорвется, ё-моё. Отлично, ТНТ взорвалось, пробегаем, пропрыгиваем туда. Так, здесь скорости юзаю. Ребят, не деремся с ними, не деремся, пробегаем их и ломаем у них стену. Сломайте стену кто-нибудь, тот с топором, сломайте стену, ё-моё. Все равно стоят, этого чувака бьют. Боже мой, ребят, стену проломите. Чем мы с ними здесь деремся? Во-во, отлично, можно пройти здесь. Пропрыгать с ним на базу можно. Давайте, ребят, пропрыгиваем. Боже мой, а тут можно пройти еще снизу. Все, отлично, я бегу уже к их Нексусу, ребята, бегу к их Нексусу. Так, заборчик какой-то построен, ров. Но нас-то не остановит, мы пробьемся. Блин, меня в ров скинули все-таки, черт, тут вода. Ребята, пробегите, пока они с нами во рву сражаются, пробегите туда, пробегите. Забейте то, что здесь ров. Пробегайте туда к Нексусу, к ихнему, к Визору, то есть, к Нексусу, привык уже в Майнкрафт играть, в Annihilation. Так, все, я пробегаю к их Визору. Они там в своем же рве и застряли тоже некоторые у них ребятки. Бегу. Так, у них блок, как-то они, вот у них Визоры как-то активируют скилл, я не знаю, может надо что-то нажимать, чтобы Визоры активировали скилл. Блин, давай, Визора, я уже Визора бью, ребята, вы где все, боже мой, тут один на Визоре сражаюсь, никого нет. Боже мой, пей лечку, демастер, давай, выпил лечку, отлично, боже мой, целая толпа меня бьет, никого из наших вообще не вижу, один тут дерусь с Визором, просто капец, где все? Не могу понять, вроде толпой такой бежали. Ах, меня убивает, просто один там был, это капец, один на этом синем Визоре, это жесть, ребят, отвечаю, просто ни одного из наших не дошло. Я тоже, мне тоже в ров столкнули, однако в ров, в орвет нужно это, я вот тут выбрался все-таки. Ребята, так блоки с собой берите, чтобы рвато такого выбираться, ё-моё. Это же элементарно, ватсоны. Так. Так. Ладно, я ставлю на меч, наверное. Так, где палки? Это вот палки, меч. Меч, отлично. Все, железо у меня кончилось. Так. За убийство 15 коинсов. За финальное убийство 45 коинсов. Нужно сейчас зарашить красных, а потом расправиться с синими, ребят. Погнали, пока мы будем рашить красных, убивать, добивать их. Там с них шмоток еще поубиваем, ребят. Собираемся у правой стены. Не бежим к красным пока что, собираемся. Ну, как, сколько убийств, 2 раунда? Сейчас 2 убийства, куда-то добивают у меня игроков, так что ничего страшного. Собираемся у правой стены, у них 190 хп, сейчас быстренько сойдем. Да не бегайте за ним! Так, все, погнали. У них тут у красных даже стена не защищена никак. Пошлите дорашим, почему бы нет, в принципе, я считаю.
Погнали. Бежим, бежим, бежим. О, их даже никого на дефе-то нет, нормальных чуваков. Все отлично, я уже бегу туда со скоростью света. Ой, там, там на дефе, там, ой, на дефе куча народу у них там на дефе. Ой-ой-ой, стоят, дефают. Ну я врываюсь в их визора. Я врываюсь в их визора и бью его. Ребят, давайте, помогайте, помогайте. 100 хп у визора. Давайте, ребятушки, давайте. Добить визора нужно. Пару ударов буквально. И это будет конец для красных. 39 хп, ребята. Давайте, давайте, давайте. Ах, меня убили, но мы убили у них визора. Добивайте всех красных, кто остался. Добивайте всех красных, кто остался. Я уже туда бегу, там сейчас много шмота будет. Много шмота, отлично. Отлично, бегу, ребят, бегу туда. Я, конечно, без шмоток, но какой толк, можно быстрее добежать и шмоток с них поубивать, потому что они там сейчас все нулевые, а мы сейчас на фулах прибежим, такие про-мужики. Давайте бежим, бежим, бежим туда. Выбьем с них шмота. Они же железки там все стояли на дефе. Я убежал, чувак, пошли с нами, поможешь нам выбить шмота. Ты же в железке все-таки, я по этой скорости даже заюзла ради такой темы. Все там уже убегают, выбегают эти красные. Выбегают, вот, 39 хп, слышишь, что-то у него много жизни это для 30, для того, что только что разгромлен. Ну ничего, давай убиваем его, убиваем, отлично, сейчас убьем его, шмотки поубиваем, нам сейчас нужны шмотки всем. Вот, поэтому бьем врагов как можем. Вот этого, сейчас всех красных потихонечку убиваем, ну и шмотки с них тоже дропаем, потому что это выгодно. Так, зелье скорости нужно выпить. Так, догнать этого красного, миссия невыполнима, у меня каменный меч, но я знаю, что он не уйдет от меня. Он уйдет от гулания правосудия. На ему по хребтине. Давай, встречай его, зеленый. Эх, не встретил. Давайте, добейте, добейте его. О, отлично, молодец, парень. Давай, давай, это мой железный шмот бежит. Давай, нужно его убить. Это, у него там три сердечка. Давай, да, застрели его из лука, застрели. Отлично, подстрелил. Дайте мне шмотки-то. Ой, нормально, отлично, засосал шмоток. Так, ага, ага. Так, нагрудник мне не нужен. Так, еще один ворвался, еще один ворвался. Давайте, убиваем, убиваем, убиваем этого красного. Боже мой, 4 сердечка. Добили, добили, ребят. Сейчас скидываю шмот. О, вот сзади еще один. Крипер, крипер, крипер. Добиваем этого крипера. Давайте, давайте. Бьем его, бьем. Окружаем всех сторон, добиваем его. Добиваем. Только отойдите сразу же, он взрываться будет. Так, сейчас одену штанишки себе, ряд. Возьмите вот шмот, вам дам сейчас скинул, шмот лишний. Когда ну, давайте своим союзникам тоже шмота. Боже мой, стоял лучник какой-то стрельнул. Так, я похаваю сейчас, и надо отправляться на синих. Нужно синих добивать, ребята, у них всего 200 хп. Добьем синих, выиграем игру. Синие уже бегут сюда без шмота, прямо такие, как бомжи какие-то. Ну ничего, я уже начинаю пробираться к синим. Я уже ломаю их стену из грязи своим мечом. Мечом ломаю стену из грязи, боже мой. Ай-яй-яй, аккуратненько, аккуратненько, они тут хитро так все продумали, ну ничего. Так, запрыгиваю через их стену и бегу к их Нексусу, ребята, я уже бегу к их Нексусу. Так, тут у них какая-то система своя, но я... Опа, мне не дали запрыгнуть, не дали запрыгнуть, но я запрыгиваю! Да, он меня подтолкнул даже и остается там, а я уже бегу к их королю визоров. Всего 190 хп, это всего лишь 20 ударов, ребят, 20 ударов по нему сделать. Ну, конечно, больше 20 ударов, но это не важно. У них на дефе у визора никого нет, и я начинаю бить визора. Начинаю бить, на дефе никого, уже 150, 140, 130, давай, 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 визор, не подкачай, 180, давайте, ребята, кто там из наших кто еще шел? Где вы все? 50, 40, давай, 33, 30, давай, давай, добивай, отлично, я убил его, ребята, я убегаю, защищайте меня. Убиваем этих всех без одежды, давай, без одежды их перестреливаем, если мы сдохнем, мы еще возродимся, а они уже нет. Бьем их до смерти прямо здесь, на их базе. Чем больше их убьем, тем лучше, они потом мешать нам на центре не будут. Отлично, еще одного убил. 35 коинсов за финальный килл, теперь почему-то раньше вроде бы 45, давай, 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 добиваем, отлично, еще один. Отлично, я просто их перебил, еще мне чуваки мои помогли. Ребята, все, теперь на всех, всех бегим. Уходите с дефа, пусть они нашего визора убьют. Нужно, чтобы они нашего визора убили, ребят, все с дефа уходите. Идем на центр, строим базу, потому что сейчас невыгодно стоять у визора дефа. Если они его добьют, нашего визора, да, тогда у них начнутся жизни тратиться за территорию, а мы будем на центре королями. Понимаете? Вот, а так они будут прятаться до бесконечности. Давай, 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 чувак, ты пытаешься уйти. Но ты уже знаешь, что ты не уйдешь. Отлично, еще крипер появился, финал килл. Давай, выходите все с дефа визера да уйти. Все на центр, все на центр, ребят. Пусть они убивают нашего визера, да, они сами себе хуже сделают. Ух, ребята, не мешайте им убивать нашего визера. Просто убивайте их бегать. Если будете видеть, убивайте. На центре желательно бегать, убивать и остальных. Потому что мы сейчас бессмертные еще, они нет. Они сейчас смертные, а мы бессмертные, ребят. Давайте, давайте, вот синего вижу. Синего негодяя, давай. Что, думал, тут можно встать, да? А что, он умер? А не, он упал, он-то залагал в воздухе. Давай, чувак, давай, думаешь, ты сможешь выжить? Да, ты думаешь, ты сможешь выжить? Нет, ты умрешь.
Отлично, еще плюс 35 коинсов. Слышь, так набивает на синих-то неплохо финал киллы делать. Че, бежишь сюда, пытаешься уйти от меня? Нифига лучник, сука, ему снес. 7 сердец попадания. Ты не мой лук на Power 3, я не знаю. Так, надо сейчас обходить его с той стороны. О, ТНТ валяется. Кто-то подобрал. Засосал туда ТНТ. Так. Как он так меня подрезал-то, негодяй. Бегаем на центре, убиваем, пусть нашего визора убьют. Желательно, чтобы они нашего визора вообще убили, потому что тогда. Так, нужно лекнуться. Почему меня не захиляло? Блин, чертов баг. Он еще один справа бегает, я лучше на него сагрюсь, потому что все-таки он мне кажется более аппетитным. Что, ты решил драться со мной? Нападаем на него, давайте. Уничтожаем его. Где он? Куда он исчез? Я, он у меня куда-то пропал. А, он обошел нас всех, нифига он читак. Блин, когда же они уже добьют нашего визора? Ё-моё. Там что, кто-то дефает меня? Там что, на дефе стоит визора до сих пор? Строить базу уже не нужно. Так, чувак, ты что без брони? Иди сюда, я тебе броню дам. Стой назад, лучник, развернись. Так, стой, давайте, отойди. Чувак, стой, лучник. На, возьми броню. Так, нагрудник, каска, ботинки, меч. Раздавайте всем, кто наши без брони, броню, потому что они должны быть в броне все. Так, ищем врагов и добиваем. Не дефаем нашего визора, просто бегаем по всей карте, ищем врагов, ребята. Кто нашел врага, пишите в чат, где он. Чтобы остальные, кто рядом с вами, могли подходить. Там, знаете, ориентируйтесь, там между красной и желтой базой. Там желтый флаг, там над желтым флагом. Вон вижу врага сверху! Желтая база, башня наверху. На нашей базе пофиг, пусть на нашей базе тусуются. Пусть убивают визора нашего. Наоборот, нужно, чтобы они его убили, чтобы голод начался массовый. Если голод начнется, нам только на руку будет, ребята. Отойдите, так. Блин, ну парень подошел, когда я уже почти дерево доломал. Ну ё-моё. Негодяй. Красный наверх поднялся, вот здесь вот он спаркурил. Нет, не здесь, видимо. Ищем их, убиваем. Да пусть ломает. Пусть ломает это, нашего визора. Нужно, чтобы визора нашего добили, ребята. Не мешайте им к нам на базу ходить. Убивайте всех, кто на своих базах тусуется, на центре. Если чуваки на своих базах сидят, значит они не хотят убивать нашего визора. А это грех. Не убить вражеского визора. Я пока шоколадку съел. Шоколадка. Шоколадка со вкусом шоколада. О, ребята, вкусная шоколадка была. Бабушка мне ее дала. Я к ней просто недавно заходил. Вот, на днях. Алмазный. Ой, двое! На базе, это чья база-то? Синих, на базе синих двое! Они против меня идут, я против них. Видите, он мне в ногу подстрелил, на базе, они через центральный вход выходят. Два лучника, обходим их. Да вон сзади, ты куда забегаешь? Да вот они стоят, вы что, ребят, не видите, что ли? Давайте бьем, добиваем, это, видимо, синие оставшиеся. Отлично, там еще один был, вон убегает, туда убегает, все его поймать, убить этого синего. Цена его за его голову. Он под землю закапывается. Закапывайся, чувак. Думаешь, закопаешься, что ли? Отлично, финал килл мне досчитали. Выкопайте нас, ребята, выкопайте. Отлично. Так, остался всего один синий, три красные, о, четыре красных и три желтых, ребята. Ищем. Играем в поиск. Так, я пока активирую скилл на своем мече. Сейчас все захотели покушать шоколадку. Да нет, зачем мне алмазный меч? Ищи врагов. Так, осталось два желтых. Еще нужно убить 7 противников, ребят. Ищем 7 противников и начинаем действовать. Я пока отвечу в скайпе. Просто мы тут решили поснимать Starbound еще. Вот, и как бы... Я написал чувакам, что я еще снимаю, сейчас доснимаю, пойдем Starbound поснимаем. Так, осталось всего, ребятки, 6 игроков нужно убить. На базе красных один, на базу красных, быстренько, все, кто рядом с базой красных, туда, все, кто далеко, ищем дальше. Ищем врагов, ребят, почему нашего визора не добьют? Кто-нибудь сбегал бы из врагов, добил бы визора. Так, я бегу на базе красных, на базу красных бегу. Он тут же себе башню, что ли, построил?
Да, вижу, он тут себе башню понастроил, заставу. Ну, у меня есть лестница, чувак, стой. Смотри. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Погиби, стой, отойди, лестницу поставлю. Где он? Там дальше, что ли? Синий у себя на базе в шахту, кто-нибудь туда сходите, к синему на базу в шахту, где он? На минимапе тут? Ищите его. А где он на минимапе? В этой точке? Он может быть под землей. У кого минимапа есть, ребята, давайте, ищите. Все, красных убили. Он в шахте, видать. Сбегай, у кого есть минимапы, ребят, ищем. У кого есть минимапы, давайте. Вся надежда только на вас. Минимаперы, давайте. Осталось три красных. Думаю, три красных на своей базе. Сейчас быстренько на красную базу сбегаю, посмотрю, что там вообще происходит. Guys, come to red on the big tree. К большому дереву подходим, там красный, говорит чувак. Одного красного убили, отлично. Синяя база. Мне нужна красная, потом зеленая. А нет, там как раз красная база. Все, бегу к красным. А нет, это желтая база, а мы еще на красной базе и были, что ли? Так, Team Blue Eliminate. Остался только красный, ребят, остались только красные. А, нам чувак сказал подходить к большому дереву. Там сказал, там Red Team. Но почему-то я не вижу большого дерева. Не ругайся, чувак. А, всё-таки вкусная шоколадка, ребята. Сейчас была последняя долька, я её доел. А, класс. А. Ну, Вадя чуть через экран ее всунул. Она, да хрен его знает, сейчас скажу. Называется, короче, Аленка. Молочный шоколад, да. Прирекламил Аленку, все пошли Аленку покупать. Ребят, разделимся и ищем их. Кто с минимапа, ищите врагов. Так, минус 670, 46, минус 170. Туда идем. Так, где этот минус 670? Так, минус 670. Вот в ту сторону надо идти, минус 670 будет. Внизу. И просто их искать не ровно там в этой точке. Минус 670, я думаю, минус 670. Я слушаю, где-то перестрелка идет. Минус 670, так. Так, дальше потом 46 и 170. 46, 170 в той стороне. 170, берем. А, они на дереве на этом большом, что ли? Они на том дереве, они внизу или вверху? А куда они убежали? Куда они убежали, ребята? На миде? А, все, выиграли, что ли, уже? Ха? Отличные поиски были. Ладно, пишем ГГ. Или... Да, ГГ. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. С вами был Демастер, его подписчики в TeamSpeak. Всем спасибо за просмотр и всем пока, ребята. Заходите в TeamSpeak, поиграем.